Культурное пополнение, Центр театрального мастерства и маленький театр открылись в Нижнем Новгороде. Творческая площадка организована в здании Нишполиграфа на улице Варварской. Сейчас сам центр и театр находятся в стадии доработки, но уже принимают учеников. Если относиться к этому как к дому, как к пространству, в котором жить не только тебе, а твоим друзьям и многим родным и интересным людям, то хочется сделать все наять и все довести до ума. Но для функционирования, для первых, так скажем, проб этого пространства, таких уже как бы, творческих проб, да, здесь пространство на сегодняшний день готово. Поучиться мастерству здесь может любой желающий. Также на сцене театра будут презентовать свои спектакли как известные, так и начинающие режиссеры и актеры. Правда, это не значит, что площадку отдадут самодеятельности. Творческие подходы будут подвергаться определенному цензу. Вместе с этим все время для репетиций будет представлено абсолютно бесплатно. Право работать здесь будет получать команда профессиональная, которая будет проходить наш фильтр ценза. Да? Не все сюда будут приглашаться работать. Вот. Да, да. Мало того, что мы планируем с Евгением делать такую штуку, что здесь будут не только готовые спектакли уже иметь право проката, да, а, скажем, какая-то команда будет начинать здесь репетировать именно под это пространство какой-то новый проект, новый спектакль именно здесь, вот в этих стенках. Этой осенью в маленьком театре нижегородцев ждет насыщенная и интересная программа. Первый спектакль стартует 17 сентября.